Даже шоколадку можно подарить красиво и необычно. Благодаря такой упаковке шоколадка превращается в настоящий подарок. Сделать такую оригинальную коробочку легко и очень просто. Замеряем ширину шоколадки и делим это значение примерно пополам. У нас получилось 4 сантиметра. Ставим метки на листе картона вверху и внизу и соединяем их. Теперь проведем две линии. Одну на расстоянии 5 мм от края листа, вторую 15 мм от края. Замеряем длину шоколадки и к полученному значению добавляем 5 мм. От этой линии отмеряем получившуюся длину. Снизу проведем две такие же линии, как и вверху листа. От верхнего края картона отступаем 1,5 сантиметра и проводим линию. В нижней части листа тоже проведем линию на расстоянии 18 сантиметров от предыдущей. Теперь измеряем высоту шоколадки. У нас она составляет 7 мм, округляем до 10 и рисуем еще одну линию на картоне. От нее рисуем еще одну на расстоянии, равном ширине шоколадки плюс 5 мм. Продолжаем рисовать, как показано в видео, используя значение высоты и ширины шоколадки. Схема коробочки готова. Ее нужно вырезать. Далее все очень просто. Сгибаем картон по всем нарисованным линиям. На эти края приклеим двухсторонний скотч. Приклеиваем их к задней стенке упаковки. Таким образом получается кармашек для шоколадки. На горячий клей посередине приклеиваем ленту. Вырезаем прямоугольник из красивой бумаги размером чуть меньше коробочки, отступая с каждой стороны по 5-10 мм. Приклеиваем бумагу по центру упаковки. Сверху задекорируем коробочку бусинами. Вместо бусин можно приклеить искусственные цветочки, пуговицы и вообще любой декор, который найдется у вас дома. Все зависит от вашей фантазии. В такой коробочке вместе с шоколадкой можно подарить и деньги. Упаковать подарок своими руками можно легко и просто, и сегодня вы в этом убедились. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока!